Всем привет, ребят, это вторая часть влога. Закупился в магните на 316 рублей. О, ребята, как много закупились, 316 рублей. Вы находитесь на канале Владислав Шиндяпин. Перед просмотром ролика не забудьте подписаться на канал, кто еще не подписан. Лайк, подписка, колокольчик, все уведомления. Пишите свои комментарии. А мы пойдем кофейку сделаем, покажу, что купил. Что купил я в магните? Что я купил в магните? Реклама магнита. Так, кофейку сделаем сначала. Что-то там кофе, ассортимент что-то маленький. Что-то дорого. Блин. Черную карту можно взять было, как вариант. Типа черная карта, 250 грамм. Либо это. Но у меня еще тут молотый есть. Тут и вот полная молотого. Если что, молотый будем. Молоты просто неудобно, блин, как сюда ложку? Нужна емкость какая-то, чтобы молоты туда насыпать весь. И это можно было бы... Емкость нужна, да? Емкость нужна. Наверное, вот эту емкость можно будет использовать, я думаю. Наверное, надо вот эту емкость использовать. Сейчас мы, наверное, будем использовать эту емкость, дорогая. Что она пустая стоит, не используется. Или что-то там есть, не знаю. Не, эта емкость пустая, можно ее использовать, кстати. Че она пустая стоит? Ну, будет молотый кофе здесь будет. Пусть молотый кофе здесь будет. Так. Это минус. Мусор некому выкинуть. Виноград никто не ест. Вчера взял виноград, ну этот. Это тайфи, блин. Это тайфи. Вроде вкусненькие. Яблоки нового урожая. Блядь. Ну извиняйте. Так сойдет. По 99 рублей в этом фикс прайсе, по 99 рублей 250 грамм молотого. Кстати, нормально, кстати, 99 рублей за 250 грамм молотого. Ну, качество у него, да, конечно, типа, не очень. Говно. Будем молот использовать только. А, не то. Я не то нажал. Молотый. И вот так удобнее просто. Бац, зачерпнуло и все. Так оно ничего просыпаться не будет. Еще 250 грамм сюда купить молотого черной карты. И все. А можно его даже здесь использовать. Так, молотый здесь будет. Так, сейчас я покажу, что я купил в магните. Сейчас я с магазина магнит пришел. Покажу, что я купил. Это вторая часть влога, ребят.
Батон в магните мягкий взял. Вот такой батон по 30 рублей. По 30 рублей. Потом. Черный 34, по-моему, не помню. Чек я взял. Да, чек я взял. Вот чек на 314 рублей. Молоко у нас вышло. Сметана 48 рублей. Хлеб 30. Пакет по 6 рублей. Молоко 85 рублей. Но тут, блин, больше, чем литр. Выгоднее, кстати, молоко выгодно. Вы за 85 рублей, тут там 1,5 литра, блин. Сигареты еще 115 рублей. Филипп Моррис красные. Это молоко тут, по-моему, сколько? 1,5 литра. За 85 рублей они по скидке. Тут выгоднее. Там есть за 70 рублей литр. Но тут ты доплачиваешь 15 рублей и получаешь 1,5 литра целых. То есть больше. Разве больше? И откройся. Там еще одно молоко будет. Батон есть. А, тут еще нарезной не использовали. Ну ладно. Половинка квадратного. Половинка квадратного. И сюда батон. Вот это я круглый взял. Такой вот. По 30 рублей, по-моему. Да, он не влазит. Говно. Маленькая емкость, да? Емкость маленькая. Ну да. Емкость маленькая, да? Так вот. Все, умяли, нормально. Все, не закроется так. А лучше сделать как? Это, блин, его оставить. Ладно, пусть здесь будет. Все, нормально. Забит, короче, хлеб. Маленький, короче, надо сюда было большой брать. А тут розетка еще одна есть. Еще одна елка есть свободно. Тоже можно под что-то будет использовать потом в будущем. Вот чек покупки. Вот такие цены в магните у нас в Москве. В Московской области, точнее, ребят. Ну тут до Москвы 8 километров, 7-8. Это немного. Тут полчаса езды, 30-40 минут езды до Москвы. Сейчас надо будет мусор вынести. Сейчас мы вынесем мусор. Сейчас надо вынести мусор. Сейчас пойдем выносить мусор. Вынесем. Такой вот кофе. Блин, время 3 часа, да? А я еще не стримил, ё-моё. Надо сейчас стрим будет запускать. Так, этот пакет что-то там есть? А, тут еще сметана. Вот. Сметана 10%, ну ладно, тоже. Но 10% она дешевле. Ну, понятное дело, то, что типа это говно. Код под этикетку. Надо будет коды вводить. 1 балл. Эти баллы можно будет вводить здесь на сайте. Регистрируй код, получай призы. Кружка с героями. Игры. Игры какие-то. Джариум. 5 кухни. Лайт кухни. 5 кухон разыгрывается еще. Ну, не знаю, ладно, пусть. Пусть будет. Так, ну что, пакет мы сейчас уберем. Все, ребят, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, лайк, подписка, колокольчик, все уведомления, пишите свои комментарии, кто желает, может оформить спонсорскую подписку на канал. До скорого, ребята. Вот заставочка, это будет наша погода.
Вот такая погода у нас в Московской области, в Павлино. Город железнодорожный, Балашихинский район.